Всем доброго времени суток. У нас сейчас вечер. Я сегодня с утра наконец-таки получила свою долгожданную посылку с iHerb. Вы не представляете, посылка шла больше 2,5 недель. Вот всем нравятся, например, вот эти все распродажи, скидки, 14%, там 23%, все эти вот эти вот праздники, да, там. Я вообще вот это вот дело все не очень люблю, потому что такой бардак наступает везде. И посылка долго формируется, в стадии выполнения висит. И потом еще идет долго-долго. Так мало того, она уже в город, в сам Нижний Новгород, посылка приехала на пункт 5 пост 18 числа. Вот как было написано у меня, ну, примерная дата получения 18 числа. И вот 18 числа я должна была ее получить. И наступило 18 число, потом 19 число, потом 20 число, наступило 21, 22. И вот вчера, 23 числа, мне пришло сообщение, что моя посылка, наконец-таки ее какой-то добрый дяденька, который, видимо, не отмечал 23 февраля, он ее привез туда, постмат, и положил для меня, сделал такой милый подарок мне. Вот, но так как я уже вчера ехала с работы и добиралась тоже очень тяжело, эти морозы, ну, я, в принципе, представляю, почему еще. Вот мало того, что вот эти все скидки, там вот такой вот наплыв вообще заказов, да, морозы стоят, причем морозы и снегопады стоят везде, и, конечно же, вообще что-то с чем-то. Я уж думала, она, наверное, ко мне не приедет никогда, эта посылка. Думаю, господи, ее, наверное, там где-то снегом засыпало, и она как минимум ближе к весне там оттает, и ее там кто-нибудь раскопает и привезет. Не бывает же такое там у людей. Вот сколько раз смотрела видео, что они получают посылку, которую им еще там в марте месяце, грубо говоря, ее потеряли, там за нее деньги вернули, потому что она не пришла, а потом через полгода она вдруг тебе пришла. Здрасте. Здрасте, приехали, я нашлась. Я вот много раз такое встречала у девчонок видео. Короче, из-за того, что я за ней сегодня с утра ходила, я не смогла, короче, удержаться, я ее раскрыла, потому что мне так хотелось органического кофе. Я наконец-таки заказала органический кофе, и мне его так хотелось. Мне говорит, мам, ну ты что, ну один раз ты можешь сама раскрыть? Я говорю, ну как же, я же должна раскрывать ее, рассказывать. Он говорит, мам, ты можешь один раз просто ее раскрыть, просто как по-человечески, без съемок. Я говорю, хорошо, это же получается, что это я весь день должна была ждать, не пить этот, да, кофе. И только вот на следующее утро, и поэтому я открыла свой, дождалась долгожданный свой органический кофе, вот прям давным-давно, вот после перуанского все никак, почему-то не могла заказать, что меня останавливало, я не знаю, но не могла заказать. То один кофе куплю, то другой, то третий, что-то все покупаю, что-то все мучаюсь, вот выпью чашку кофе, вот как будто бы, вот как вот, это все как с этими, как с обыкновенными конфетами, да, хочешь конфетку, съешь ее, и как будто бы воды выпила какой-то. Съешь еще одну, еще воды выпила, да, никак наесться не можешь. А хорошую конфетку съешь, которая сделана из хорошего какао-масла, из хороших ингредиентов, в которой нет сахара, в которой хорошая начинка, орехи. Ты ее съешь и сразу наедаешься, тебе одной конфетки достаточно. Так и здесь, короче, раскрыла я сегодня кофе. Попыталась поснимать с утра, как я его там заваривала. Вот здесь вот вам немножечко подальше видео вставлю. Вот такой вот он крупнодисперсный здесь, крупнопомолотый такой. Покупала кофе в зернах, лавацию покупала кофе в зернах еще до дружбы с iHerb, и перемалывала его сама в турке, потому что я собирала вот этот весь жмых от кофе и потом ходила с ним в баню. Но это было до той поры, пока я не познакомилась с периодическим голоданием. Короче, это было давно, там, не знаю, года 3, что ли, назад.
Вот. И в бане я мазалась скрабом. И мне нужен был такой мелкий помол. И я им в бане вот скраб такой делала. Сейчас я не могу делать скраб из кофе, потому что меня настолько бодрит этот запах, вот кофейный, что я даже вот в бане, я его даже вдыхать не могу, потому что я иду, естественно, вечером, да, там в баню, естественно, я не ем до бани, и в бане не ем, и после бани я тоже не ем, да, и я и так бодра, вот, мне вообще как бы не до кофе, мне вот этот вот запах кофе в бане, он мне не то чтобы стал раздражать, но он мне стал там неприятен. Просто вот кофе конкретно у меня ассоциируется только вот с утренним чаепитием, да, там с утренними вот этими всеми процедурами. И вот когда я покупала перуанский кофе, и раньше я еще в спаре покупала органический кофе, сейчас его тоже перестали привозить, оно там тоже дорогущее, оно что-то стоило 700 рублей, потом 800, потом 900, и потом его совсем не привезли, потому что, видимо, кроме меня там его больше никто не покупает. Вот, но пока я нигде еще не встретила, я все-таки заказала уже на Хёрб органический кофе, потому что мне прям хочется просто выпить один бокальчик чая, один бокальчик кофе, вот просто вот один. И я хочу, чтобы у меня не тряслись ручки, не колотилось сердце, чтобы я вот такая невзбудораженная была, а чтобы мне просто стало хорошо, просто, чтобы мне стало хорошо. И вот мне стало хорошо прям сегодня, мне прям стало хорошо. Вот. Короче, я уже смотрела вот этого кофе, там вот даже, знаете, даже когда вот вы перейдете по описанию, да, попадете на этот кофе, когда вы будете просто даже читать, где растет этот кофе, кто за этим кофем следит, сколько лет, сколько веков его как вручную там собирают, промывают, высушивают на солнце, перемалывают жерновами. Там столько разных есть обжарок, это вот домашняя какая-то смесь, там темная, средняя, еще какая-то французская. Вы пока про все это будете читать, вы его уже начинаете любить. И потом, когда вы его завариваете и пьете, вот это все вот одно с другим соединяется, так. И так получается такой салютик вот у вас внутри. Короче, вот эта вот домашняя смесь, я уже залезла, хотела, я сегодня оформляла посылку. И я просто почему сегодня оформляла посылку, расскажу вам. Потому что мне очень сильно понравился вот этот коллаген, наконец-таки я его дождалась. И я прекрасно знаю, с коллагеном такая система, короче, сейчас, ну, как и со многими вещами. Вот ты только про него сказала вот сейчас, да, ой, мне так нравится вот этот вот коллаген, да, я его хочу заказать, и пока ты его заказываешь, его уже нет в наличии. Поэтому я теперь так не делаю, я теперь сначала заказываю, а потом говорю, что он хороший, потому что получается так, что, ну, ты остаешься без своего любимого товара. Вот, и хотела тоже положить вот этот кофе, но положила другой. Я теперь все, весь кофе попробую вот этой вот фирмы, потому что мне очень понравился. Как раз вот это вот, не, он не пылит, он вот такой вот крупно перемолотый, он не пылит, в нем нет вот этой вот лишней пыли, какую я сейчас в последнее время, да, употребляю. И если бы еще, конечно же, были наши любимые специи, сахёрб, который для кофе, для чая, я бы, может быть, вообще бы прям подобрела, и совсем бы подобрела бы, конечно же, если бы они вдруг появились, я бы очень осчастливила бы себя и свою душу, если бы все-таки появились эти специи. Ну, короче, кофе я заценила. И если есть вообще любители органического кофе, то вы все можете смело пробовать этот кофе, потому что мне очень понравился. Вот баночка металлическая, крышечка, и тут была еще вот этот такой язычок, такой, который так открывается. Все как надо. Ну и теперь уже поговорим о коллагене. Моя любимая, пожалуйста, прошу любить и жаловать, моя любимая компания Life Extension, да, от которых я сейчас покупаю все БАДы. Мне очень нравится эта фирма. И вдруг нечаянно, негаданно, я же всегда покупаю неоцел, таблетки, сиропы, все что угодно, да, там я покупаю. Ничего нет вообще в наличии тоже, куда ни залезть, ничего нет в наличии. И стала смотреть у... Вообще я искала у Life Extension совершенно другие вещи. Сейчас подойду. Я искала препарат. Вот этот, его не было в наличии, для вен, который Vena Flow.
я его искала, потом смотрела, что еще есть, читала, потом я искала еще альфа-липоевую кислоту Life Extension, и еще что-то я искала, сейчас у меня вылетело из головы, и наткнулась на коллаген, на мой любимый коллаген, мало того, что он здесь, биоактивные пептиды коллагена, так здесь еще и с гиалуроновой кислотой. Вот. Так здесь еще и в мармеладной форме. И они еще вишневые, и они еще не сладкие, и они просто бомбические, да. И можно еще и их есть 4 штуки в день. Вот. Но я буду по 2, у меня Лиска тоже будет по 2. Вот, и я тоже буду по 2. Вообще восхитительная вещь. Вот супер вообще вот то, про что я мечтала. Потому что мне вообще самой нравится больше всего в сиропе, который с гранатовым соком и с витамином С. Но так как я чаще всего не дома, когда я должна его употреблять перед едой, да, мне неудобна форма сиропа. Ее нужно считать, коллаген-то нужно выпивать до еды на голодный желудок. И мне приходилось всегда таблетки пить. Но я и не прочь таблетки пить. Они там такой формы удобные, что мне нормально таблетки пить. Но вот это, конечно, это что-то с чем-то. Это вот, конечно же, мое открытие. Вообще супер-пупер. Если бы их здесь еще, конечно же, было бы побольше, не 80 штук, а побольше сразу бы там они делали, я не знаю, там... 120, 240, 360, почему бы сразу не сделать, да, если эффект наступает через 4-8 недель, то почему бы сразу не сделать баночку побольше и 320 штук, например, да, сразу купить и делов-то, да. Ну, короче, вот только такая баночка, и я теперь целиком и полностью принадлежу вот этой баночке. Никакого сахара, просто вы съедаете вот такую вот, вишнево-черешневый такой вот вкус, вы просто ее съедаете, она не то, что как мармеладка, быстро разваливается, вы ее так кушаете, она такая приятная, такая плотная мармеладка, не сладкая, со вкусом и с ароматом черешни, вот такой с какой-то вот с этой вот такой, с вишневой такой горчинкой, просто прелесть неописуемая. Вот. Вот еще я бумажки не выбросила. Так, дальше идет наш любимый вот такой вот малиновый шампунь. Когда я говорю малиновый шампунь, вы не представляете, что он так пахнет прям малиной, как в масс-маркете, какими-то ароматизаторами. Нет, короче, он не пахнет никакими ароматизаторами. Это просто малиновый шампунь, когда он смешивается с кокосовым маслом, с маслом ши. Он просто пахнет... Попробуйте вспомнить запах просто малины. Просто малины. Не малиновой конфеты, не малинового варенья, а просто малины. Вот. И сразу вы поймете, что никакого запаха у малины нет. Поэтому это малиновый шампунь. Единственное, что могу сказать, из всех шампуней, которые мы попробовали от Desert Essence, опробовала я кокосовый, итальянский виноград, лимон, итальянский лимон, яблоко, имбирь, манго. До этого вот сейчас у меня был, и вот сейчас вот малиновый шампунь уже второй раз мы покупаем. Вот, из всех, короче, получается, из всей серии вот этой, да, Desert Essence, вот эта вот серия именно больше всего подходит вот для гладких, блестящих волос, вот она больше всего подходит. Вот Лиска мне так и сказала. Ну вот вы даже вот по мне видите, что вот у нее гладкие, длинные волосы, и ей вот... Прям вот больше всего вот эта вот серия понравилась. Именно вот кому нужны гладкие волосы, чтобы были. Так, еще у меня вот такая вот баночка. Наконец-таки тоже заказала Oral Biotic. Наконец-таки он появился. Это здорово. Вот тоже давно его не было в наличии. Я переболела гриппом. Очень сложно выздоравливала. Наконец-таки выздоровела. Теперь нужно потихонечку... на иммунитет свой поднимать, а пребиотики, когда вы, если у вас, например, низкий иммунитет, то пребиотики нужно месяц пьете, месяц не пьете, месяц пьете, месяц не пьете, и так вот нужно из месяца в месяц годами все это делать, и пребиотики нужно пить не только внутрь, самое главное, это, конечно же, внутрь, потому что весь иммунитет, он, конечно же, находится у нас в любом случае
животики, да, но и пребиотики вот такого типа, как оралбиотики, это для верхних тех дыхательных путей, для носоглотки, для рта, вот. Это вот такой очень важный момент, потому что вот сейчас у нас такие морозы были, вот прям вот намёрзнешься, настоишься. Я вчера прям добиралась домой первый день, вот позавчера добиралась на такси уже домой, потому что даже маршрутки не ездят. Вчера уже, когда пришла и увидела, что моя маршрутка не едет, сразу уже поехала с пересадками через леса, поля и океаны. Добиралась я домой. Хочу найти нож, чтобы открыть, показать вам, как они выглядят. Эти милые, приятные таблеточки, такие с клубничным вкусом. Многие уже знают эти пребиотики, многие пользуются, многие уже давным-давно перестали болеть постоянными болезнями горла, тонзиллитами, фарингитами всякими. Все перестали мучиться с насморком, но это дело не одной баночки, не одной. Это нужно прям вот постоянно взяться вот этой вот задачей. И точно так же я вам говорю, как вот вы пребиотиками заселяетесь, да, вот свой желудок заселяете пребиотиками, точно так же и во рту это нужно вот месяцами все это делать. Вы сами почувствуете, вот как вот этот вот орган у вас окреп, и вы вдруг вот перестали болеть, потому что вот в округе, например, у меня вот постоянно вот люди, вот у них горло постоянно болит, там насморк у них постоянно, они постоянно чихают, вот, и вот это все, конечно, нужно делать. Заселяться всеми этими полезными вот этими пребиотиками. Вот такие вот малыши здесь маленькие. Вот, мы просто по одной вот так с Лизкой. Прям перед сном пока рассасываешь, она такая приятная, вкусненькая такая, тоже не сладкая. Просто ее рассасываешь и все, и засыпаешь. И миленько спишь, и вот здесь у тебя в ротике все вот это вот, вся слюнка, вся вот носоглотка, она вся покрывается вот этим слоем всяких этих полезных бактерий, да, и вы спите, а полезные бактерии работают. Здесь их всего лишь 60 штук, и я их периодически, раньше я их покупала 2 раза в год, да, но вот сейчас вот буду немножечко почаще сейчас тоже вот займусь, и внутрь пребиотики пью, и вот сюда, и здесь тоже принимаю пребиотики, и все делаю, и все себя отлично, хорошо чувствую, и буду продолжать в том же духе. Ну и что хочу вам сказать. Официально с сегодняшнего дня я обратно становлюсь самой счастливой женщиной. Вот, ко мне тоже пришел мой любимый крем от Анна Мария Берлинг. Да, как раз прям он вовремя пришел, потому что мой крем уже все прям. Вот там прям еще, не знаю, на один раз или на пол раза, или на сколько хватит. Даже не знаю, прям мой любимый крем. Этот крем уже любят все, кому я давала его попробовать. А я прям не стесняюсь, когда про этот крем рассказываю. Мне говорят, да ну ладно, ну что там такого вот фантастического в креме за 4000 рублей? Я говорю, ну вот я прям тебе могу дать попробовать. Он в стекле, здесь дозатор. У меня разные кремы есть. Ну, неделю я могу и без своего крема прожить. Я просто даю этот крем, люди пробуют, и они остаются в полном восторге. В восторге они остаются, мало того, что от запаха этого крема, да, его нет. Вот, от того, что он в стекле, от того, что он с дозатором. И от того, что когда вы... Так, вот здесь вот он запакован. И от того, что когда вы просто выдавливаете вот эту вот одну дозу, да, здесь так вот вымерена вот эта одна доза, да, что вы ее просто выдавливаете, вот эту вот капельку, да, и все. И вот этой вот капельки вам хватает. Так, этот раз как-то закрыто у меня. Ну, носик у меня закрыт. И вот этой капельки вам хватает. А здесь тоже, кстати, так, видимо, как-то это дозатор такой. Мне показалось закрыто. Вот. А это нет, такой дозатор. Вам хватает намазать на все лицо. Вот целую капельку пришлось мне теперь вот сейчас куда-то деть. Ну ладно. Пусть на ручки. Никакого запаха, он такой, он есть, но он такой нежный, он так быстро растворяется, и вот вы прям вот наносите его на лицо,
вот эта вот флюидная консистенция, да, она, во-первых, разносится быстро, и сразу лицо такое становится ровненькое, красивенькое, свеженькое, такое напитанное, и не жирное, и не сухое, и не влажное, вот прям как будто бы вот сразу вот все в нем произошло, случилось. Не знаю, это вот для меня, вот я вот не перестаю благодарить девчонок, в которых вот я смотрю, да, и каждый раз вот у кого-нибудь, да, что-то вот подмечаю. Вот как вот я увидела однажды, да, по-моему, Дига или Гига, если я просто сейчас вот, ну, так вот просто сейчас об этом стала говорить, извиняюсь, что я сейчас неправильно, да, там, может быть, скажу. Вот как она сказала, она говорит, вы что, да, женская кожа, она вообще самая ее любимая, это всякие вот там, ну, с пептидами, с керамидами, это самое любимое, это вот то, что любит кожа, это то, что ей нужно давать ежедневно. Я думаю, блин, у меня все что-то какими-то со слизями, там, с улитками, да, там, что-то у меня с керамидами ни разу ничего не было, да. Вот как только однажды я вот его попробовала, этот крем с керамидами, и все, теперь это мой любимый, и даже это не крем, что самое главное, это флюид, потому что я очень люблю вот эти консистенции все, эмульсионные, тонеры люблю, сыворотки, вот это вся вот такая вот моя вот история, она такая вот вся любимая, вот. Крема мне хватает на год, тут как раз вот после открытия, здесь 12 месяцев вот после открытия можно пользоваться, вот. Я очень люблю эту фирму, у меня был и крем для глаз от этой фирмы, и такой был, очень мне нравился гель такой, который укрепляющий, такой свежий, легкий. Мне очень нравился. Еще что-то у меня было. Еще какое-то средство у меня было от Анны Марии Берлинг. Уже запамятовала. Уже столько всего заказываешь, Сахёров, что уже даже забываешь, что ты заказываешь. Так что, вот так что. Вот такая вот у меня была посылочка. Вот такая вот у меня была история, да. Угу. Это читаю здесь с витамином С, с витамином Е, с церамидами. Вот, все, молодцы. Спасибо вам большое. Кстати, крем Германия, производство, да. Этот весь веганский. Эко-контроль проходит здесь. Все вообще по-серьезненькому. Все по-серьезненькому, да. Обратите внимание, там очень много интересных позиций у этой фирмы. Вот, девочки. Хотела, конечно же, еще там у меня спрашивали, чем я сейчас пользуюсь для лица, какие у меня сейчас средства для лица. Потом еще прочистила. Про лицо, наверное, тоже обязательно сниму в ближайшее время. Покажу, какие у меня сейчас средства для лица, чем я пользуюсь. Ну и про волосы тоже, наверное, нужно будет обязательно снять это видео. Я думаю, что я с этим непременно справлюсь. И вот, все. Всем вам желаю хорошего настроения. Всем вам желаю хороших, полезных покупок. До новых встреч. Пока.